Я Лидия Аваленская, француженка, проживаю в Бельгии уже 20 лет. Значит, мы собрались по инициативе организации АКАТ, это как бы христианский вариант Amnesty International. Ну, в общем, режим белорусский приказал самолету Ryanair посадиться в Минске, и там же и арестовали журналиста Протасевича, его подругу и так далее. АКАТ привык бороться против применения пыток и смертной казни в любой части мира. И, конечно, тут очень возмущает то, что это еще произошло таким образом, довольно волнующим, и это даже делается страшным. Это просто, ну, кажется, что это полный произвол. И такое, ну, и ощущение, что издевается белорусское правительство над законом и европейскими законами, и это настоящая такая провокация по отношению к Евросоюзу. Если мы хотим помочь белорусам, ну, иногда бывает и украинцам, когда приходится тоже, наверное, нужно показать европейцам, до чего это касается и их тоже. И тогда, может быть, им захочется, они поймут, что защищать белорусов в Беларуси или украинцев в Украине, это помогает и нам сохранять порядок. Здесь происходит акция, которая организована некоммерческой ассоциацией против пыток и смертной казни. И мы пришли их поддержать. Требование, чтобы отпустили всех политических заключенных в Беларуси. Всех журналистов, чтобы им дали свободу. Это очень важно показать, что мы с ними, что мы их даже 2000 километров нас и разделяют, мы единое, один за всех и все за одного. Да, когда бьют одного, плачет весь народ. Мы неразделимы в этом. En envoyant des lettres dans les ambassades des pays qui nous préoccupent, on est dans un quartier d'ambassade et on se demandait presque, au moment où on a invité à cette manifestation, si on ne partirait pas en cortège depuis la résidence de l'ambassadeur de Turquie, qui est juste à côté, et où il y a aussi pas mal de choses à redire. Lukashenko, 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 Lukashenko.